Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, посетители нашего канала «Дом и сад» Home Garden. Я приехала в магазин IKEA в городе Уфа. Предлагаю вам пойти со мной посмотреть интерьеры в выставочном зале и вдохновиться на новые идеи для дома. Показываю вам идеи интерьера, которые представлены в выставочном зале IKEA. Это кухня. Очень удобные баночки, мои любимые. У меня их дома тоже очень много. Пользуюсь. Наборы для специй. Навесные полки. Очень красивая кухня. Очень нежный, красиво накрыт стол. Ваза с цветами тоже очень придает уютный вид для этого интерьера. Вот такая спальня представлена в черно-белом цвете. Очень стильно смотрится. Небольшой гардероб, очень функциональный и вместительный. Смотрите на замочки. Все вещи на вешалках. Также есть и в белом цвете. Подушки придают уют любому интерьеру. Тоже новая коллекция. Очень красивые цвета. Жизнь в авангарде. Еще одна гостиная, оформленная в этом стиле. Красный диванчик. Журнальный столик, телевизор. Все имеется необходимое. Очень компактно. При этом уютно. Достаточно небольшое помещение, но все функционально. Далее захожу в помещение. Нам тут представлен интерьер якобы трехкомнатной квартиры площадью 55 квадратных метров. Переходим дальше. Кухня. Очень светло, очень стильно. Так издалека. Тут шкафчики еще. Идем дальше. Переходим в детскую. Кровать, шкафчики. Шкаф большой. Письменный стол. Все необходимое здесь имеется. Это ванная комната. Смотрите, как все аккуратно, как все практично и функционально. За это мне и нравится магазин IKEA. Душевая кабина. И прихожая. Пристенная галошница. У нас тоже дома есть, только немного побольше. Очень удобная. Шкаф. Еще один интерьер в темных тонах. Рабочее место.
Здесь представлен вариант оформления интерьера домашней библиотеки. Очень приятные цвета, зеленый диван, картины, шкафы. И книги. Все по полочкам. А это моя любимая кухня. Очень мне нравится этот интерьер. Всегда останавливаюсь, смотрю. Красиво накрыт стол, люстры над ним, красивая посуда. Очень приятный серый цвет. Ну, это знаешь. А вот таким образом можно оформить любой интерьер балконов городских квартир. Идем дальше. Здесь нам представлена такая деревянная мебель, также напольное покрытие. Дорогие друзья, желаю вам удачных и выгодных, приятных покупок. Приезжайте в магазин IKEA, получайте вдохновение. Вы были на канале Дом и сад, Home Garden. До свидания, до новых встреч!